Итак, всем трем и доброго времени суток, от канала Изи Дмитрий и Ливия. Если уж тебя каким-то чудом сюда занесло, то поставь лайк, дизлайк, напиши что-нибудь в комментариях на канал, подпишись, видео до конца досмотри. В общем, поучаствуй, тебе не сложно, мне приятно, а мне поддержка, а мне мотивация. Ну, в общем, понятно. И, собственно, продолжаем. Neverwinter Nights Shadows of Undertide. Идем за третьим ветром. Я тут попытался записать видюшку по Unreal. Мне там закономерно надрали жопу. Я плюнул на все, сказал, ну и ну вас нафиг, злые вы, пойду на Neverwinter. Вот. Такое вот я бесполезное Unreal-овское херню. Не, реально, в Unreal надо играть отдохнувшим. Ты что? В том состоянии, в котором я сейчас, я начал играть и просто понимаю, что я бегаю, мне, знаете, вот глубоко вообще наплевать, что я там делаю, как, все по барабану, просто хочется сидеть, никуда не торопиться, плевать на все, блин, ой, костей-то сколько. Так, а попробуем мы вот так вот это сделать. О как. Да, они даже не взрываются сразу. Нет, все-таки некоторые взрываются. Короче, Unreal, видимо, буду я записывать, когда у меня перерывчик образуется. Когда я буду нормально, извините, выспавшийся, отдохнувший, ну и все остальное прочее. Потому что, ну или просто буду каждый день пробовать. Если получится, выложу. Не получится, ну, больно вам интересно смотреть на то, как меня там боты гоняют. В хвост и в гриву. Так, Target Fills и элемент огня. Окей. Тетя, подожди. Сейчас с Target Fills пообщаемся, с элементом огня. Так, что-то у нас исчезло. Блин. Сорян, не то. Так. Даггет Филс, это, если ничего не путаю, какая-то очень мудрая крыса. Вроде бы. Если я ничего не путаю. Шандарах. О, а стол неубиваемый. Все рассыпается. Бам. Так, элемент огня. Ага, он сказал гор. Крыса. Подъем. Я проснулся. Опачки, мы же на 300-фунтовой глубине. Чего? Эй, спорим, что я на минутку с ума сошел. 300 фунтов, как же? Да там вся тысяча. Тысяча футов? Абсолютно, 300 метров минимум. А 2000 не хочешь? И что могло пойти не так? Ну, упадешь с неба для начала. Тогда высокий арканист, одолживший у тебя тело и душу, умрет ужасной смертью. Кажется, это здорово болит. Ты и не представляешь. А потом ты жертва обстоятельств и священного огня... Жертва обстоятельств и священного огня будешь отдыхать. Шадовар с города соперника захватит школу, сказал высокий арканист. Здесь не так уж плохо. А потом, когда ты расслабился, кто-то приходит и разжигает старый Митхалар, чтобы снова пожужжать на высоте 300 фунтов по всей округе. Ты про эту змеиную стерву Геродис? А откуда мне ее знать? И как тебе отрезать твой хвостик? Сейчас как укушу. Не боишься последствий? Напуганный внезапной активностью, сказал Шадовар, начал все воровать на их сентиментальной равнине теней. И тогда... И тогда, когда уже хуже некуда, ты еще меня будешь задать какие-то нелепые вопросы. Темный ветер. Частица мне говорит о том, что я очень пожалею, если расскажу тебе об этом. Когда кто-то управляет Митхалом, это опасно, и поэтому вы запечатали храм. Но что, если все пойдет не по плану? Что за чушь вот мы тут несем? Ага, сердечный приступ, кость в горле, самовозгорание человека, желание нырнуть с фунтов вглубь. Нужны пути к отступлению. Теперь три ветра из арки трех ветров разлетались по всему городу. Как их найти? Итак, ветер смерти с криптологами, ветер мудрости где-то в библиотеке. Если хочешь быстро попасть в комнату, не станешь разбрасывать ключи, где попал. Не похоже это на действие сильной общины. А, ты не так глупо выглядишь. Волшебники лучше телепортируются, чем пойдут пешком. То есть они могли прокрасться, нахватать вещей и телепортироваться? Когда город падает, от спасения Митхалара думает в последнюю очередь. Темный ветер когда-то служил высокому арканисту, а теперь все лежит на Шадоваре. Шадовар? Ну да, когда-то еще мой хозяин, арканист Усамак.
Калит. Был жив, его студент сбежал и основал резиденцию противников. Вот так-то. Когда летающие города Нотарила пали с небес, город этого студента парил на высоте 300 метров, не менее. Равнина тьмы, как ему удалось. Да, он всегда был горяч и волосат. А потом еще это путешествие в Андертайт. А теперь все его зовут Шадовар. Если я равнина тьмы их поймала, почему они здесь? Если у меня высочайший IQ, это не означает, что я знаю все. Наши города соперничали. Но всегда есть путь к отступлению. Ничтожно, они поселились тут после падения. Как только началась вся эта история с Митхалом, они и зашевелились. Воруют потихоньку всякие вещи. Что крадут? Ох ты, магия хозяина, уверенный темный ветер в особенности. Они все разрушают. По-моему, они хотят все это потом перестроить. Врешь. Я крыса. Говорящая, но все равно крыса. Без желания связаться с Шадоваром. Тебе нужны кирпичи? Так иди ищи. Я говорю, что мы замочили медузу, нахватали добра и смылись под опробу здорового. Не все так просто. Если она на этой летающей штуковине полетит достаточно низко, то нас всех располовинит. Пока ты там занят, почему бы не прыгнуть в какой-нибудь портал тени и перенестись в сражение на их кровавые равнины? Угу, что с составляющей огня? Кто? Старик Файршотс? Забудь о нем. Он 100 лет назад ополоумел. Вот только со светом колдовать не разучился. Вот бы с ним поговорить. Помощь. И шо, правда? Так ты не того грызуна нашел? Разве эти штуки не космические химики вытворяют, а? Да, 1000 фунтов как-никак. Так, хочешь за медузу по имени Героиц. У нас у всех проблемы, Шадовар придерживался правильного минимума. Так, ладно, все, иди в жопу. Не, я теперь будешь знать, как стали спящие крысы, короче, иди в жопу. Ладно, непонятно. Ну, в общем, чувак рассказал, что тут есть какой-то хмырь, какой-то Шадовар, который за всем охотится. Ну, говоря простым языком, здесь будет немножко сложнее, чем в других местах. Чуть-чуть. Самую-самую малость. О, нет. Вот об этом я забыл. Да. Портала. Здоровки. Не дайте им получить драгоценные тени. Пошла вон. Соплечка. А, самоцвет тени. Точно. Так, давайте-ка мы вот это все слегка обработаем. А то я тут до бесконечности буду с этими костями бегать. Дорн, иди сюда. Никого на улице? Все? Вы мне дадите доделать мои палочки? Пожалуйста. Так. Открытие. Стороны с западом. А, что башня наконец-то окей. Дорна, подойди сюда, пожалуйста. Так. Палочки, 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 выручалочки. Сейчас, ребят, чуть-чуть. Пошел, я забыл, честно говоря, про эти косточки. От слова совсем. Ну да ничего. В этот раз мы с ними быстренько разберемся. Эти шедевры вообще непонятная тема, потому что они для финальных противников, честно, я вот помню, что, ну, при прохождении меня удивило, что они, ну, достаточно плюшевые были, честно вам скажу. То есть, не сказать, что они легкие, нет, но для именно действительно финальных противников, а так на секундочку мы уже как бы к финалу движемся. Вот. Они были, мягко говоря, так себе, честно говоря. Могли, как говорится, могли бы быть и помощнее. Ну, еще чуть-чуть. Опа. И последнее. Так, ну теперь давайте вас заколдовывать в самую полезную, самую дорогостоящую вид. Самый дорогостоящий вид магии. Наши черные щупальца Эдварда.
Можно было, конечно, разнообразие сделать, но, блин, реально за этих больше всех платят. Это ж какого хрена? Так, вроде все. Так, еще одна. А, вот так. Красота. Куда ты, блин? Оп. Так, это сюда. Так. Как думаете, поместится? Скорее всего, пара палочек уйдет. А, нет. А может и не уйдет. Почти. Идеально. Так. Я не верю здесь ничему. Камень, который плавает, это неестественно. Где же колонны? Где поперечные балки? Согласен. Так. Не дайте им заполучить драгоценности тени. Пойдем. Портал тени. Короче, тут надо перемещаться вот по этим дурацким порталам. Вот. И бить вот этих мудаков. Да. Здесь все ощущается, что? Ваш город уже падал, что урок не запомнился. Здесь все ощущается не так. Даже воздух кажется мертвым. Причем самое забавное, что выбраться-то отсюда можно. Тут внутри все постоянно, как бы, как это обозвать, постоянно эти порталы крутятся. А вот снаружи, чтобы двигаться, нужно иметь с собой вот эти камушки. Ну, хотя броня такая броня, какая, чем никакая. Окей, ладно. Алебарда. Как бы ручка не отломилась. Ясно. Ну, тут тема, как обычно, просто банальный лабиринт. Так, ну-ка, кстати. Я сюда. Смысл? Да. Даже так. Так, и тут у нас палочка. Вызовет создание второго уровня. Смешно. Давайте сюда. Вот. Камни можно добывать у появляющихся вот из этих порталов придурков. Вот они. Бдыщ, все готово. Они, как я уже сказал, даже, я подчеркиваю, даже если... А, вот, собственно, можно стоять тут и ждать. Вообще-то я хотел эту штуку, блин, забрать, черт побери. Вот, то есть ты отходишь, скорее всего, вот, а пожалуйста, вот сейчас вот тут появится. То есть постоянно кто-то выходит из этих порталов. Можно так спокойно перемещаться, открывая вообще все. Эта башня наша, не оставим ни единого камня. Разрушается тут все. Сплошь и рядом, постоянно. А, просто не, почему-то не отображался, но это ладно. Ай, высокий ракинист опять воплотил. Не успел, да? Ну ладно. Хрен ты с ним. Обходить все территории здесь, в принципе, не обязательно, потому что... Ой, отстань, парень. Потому что ничего там... Ничего тут интересного, в общем-то, нету. А, тут кто-то еще был. Кто-то еще и выжил. Вот, никаких интересных артефактов тут, насколько я помню, то ли нет, то ли что-то вообще несущественное. Потому что я, честно, так вот навскидку не могу вспомнить, чтобы мне что-то запомнилось в этом лабиринте. Единственное, что мне запомнилось, то, что меня бесил этот лабиринт просто неимоверно.
Упс. Идрить твою. Назад вернуться ухитрился. Черт. Ага, но при этом открыл всю карту. Это хорошо, ладно. Так, нет, давайте вот сюда прогуляемся. Так, слушайте, вы достали там появляться, алло. Нормуль. А тебе заморожу нафиг. Вернись назад и спрячься своей тупой крысой. Че, это ничего она не тупая. Очень даже умная крыска. Че-то такая злая. Твой Митхал тебя не спасет. Тебя тоже. Так, тут все разносить нахрен. Все в дребезги. Так, дырки идут. Помним. Броня элитных бойцов Шадовара шарит талон. 4. Тикатор против хороший. Ну, так, честно говоря. Посредственно достаточно. Эти порочные лезвия носят элитные войска Шадовара. Ну, тут, кстати, ничего. Ты серьезно? А, да, смотри-ка. Нифига себе. Бабах! Давайте еще вот так сделаем. Ничего тут не останется. Все разломаем к чертовой бабушке. О, а вот эта тема. Эти двери, это не просто так. Это знаете что? Это если бы у меня было уже зеркало специфическое тут, то я бы мог им воспользоваться. Эта башня наша, не оставим ни единого камня. Оставишь, милый, оставишь. Ничего тебе не получится. Айда, запуск. Ну, давай, давай. Ну, давай, давай, запускайся, запускайся. Ну, вот я подошел, ну. Все, пойдем. Вот так. Ищ. Какой-то труп сработало. Есть кто дома? Алло. Все в дребезги, да. Труп. И впрямь труп. Получи, щенок. Это даже условно полезно. Даже не условно, а просто полезно. 3 золотых. Гуляем, ребята, все. Это без вариантов. Это уходим в жутчайший загул. Так, тут у нас где? Господи, когда ж мы уже попадем туда, куда надо. Чувак, на, держи, успокойся. И ты уймись. Тоже мне. Есть еще один камушек. Давайте мне портальчик, портальчик. Мне, портальчик мне. Можно и этот портальчик, я не против. Угу. Бам. Накидали себе нужных вещей. Ну ладно. Шандарах. Шандарах.
То есть все. Так, ну, в общем и целом, вроде понятно, в какую сторону идти, да? Так, 4 золотых, 1 золотой. Разломать там все. Сюда молнии. Так. Какая-то аура славы. Ауры Феди не было. Давайте сюда тоже заглянем на всякий случай. Тут очень интересно. Угу. Нет. Ну нет, мы же во тьму шли. Да, давайте, открывайте нам. Портал тени, пожалуйста. Так, вот тут мы не были еще. Так, Шандарах туда заклинанием. Вот так вот, а там что? Там что-то есть. Какая прелесть. Фонари, создающие тень. Забавно. Видимо. А, это елочки. Я только сейчас понял. Блин, это ж елочки. Твой Митхал тебя не спасет. Тебя тоже. Простите, ребята, но вы были говном. Говном и остались. Это же елочки, Shadow War. И Шандарах, ого. Так, останки. А пули летят. Пули. Угу. Очень уж мне хочется, понимаете, открыть... Все вот эти вот порталы. Высокий арканист. Сам ты от высокого арканиста слышу, блин, морда. Слышим? Извините, ребята, но нет. Ничего, просто у вас даже ничего не осталось, что ли? Да вы угораете, блин. Ну все, пошли обратно. Собственно, мы тут, похоже, все осмотрели, да? Ну, о, опять. А, так вы резаетесь? Какая прелесть. Хм, не знал. Реально не знал. О, только после, в этот раз после вас еще что-то полезное остается. Ну, какие вы молодцы, а? Короче, давайте сейчас мы же портал в тени собираем. Здрасте. Пять! Ой, да у меня же до хрена этих штук. Так, ну-ка. Бунтик. А, нет. То есть они все сейчас резнутся, да? Блин, я не хочу, чтобы они все резались. Это не прикольно. Че, чтобы по два раза убивать, что ли? Это как-то... Ну окей, пусть так. Что поделать? Сюжет. Задумка автора, так сказать. Ну а кто мы такие, чтобы спорить с автором? Правильно? Так, сюда возвращаемся. Чего, блин, лежать на месте? Лежать бояться, блин. Так, нам сюда. И сюда. Там. Вас что-нибудь останется, господа? Да. Господа и дамы, естественно. Так, что у нас? Это куда ведет?
ребят, вы реально очень долго кастуете. Я не знаю, что не так с вами, но что-то вообще странное. Они реально крайне долго делают каст заклинаний. Ну что, дошел? Блин, да какого ж хрена? Блин. А ее таки цапнули, Дорну нашу. Так, это есть. Ух ты. Вампирские стрелы. Где-то они у меня... Что, не было? Печально. Так. О! Куда надо? Не, ребятки, извините, конечно. Но мне оно нафиг не надо. Чё ты с ним телишься, блин? Да врежь ты ему и все. Вот стоит два часа, что-то колдует, кастует, колдует, кастует, блин. За что мне не нравятся священники, напарники, блин? Все, пойдем отсюда. Палаты Верховного Органиста. Верховный Органист у нас тут, знаете? Сим-сим. А, так, сейчас нам, по-моему, мульт, да, да. Сейчас с ветром что-то случится. То ли его сопрут, то ли убьют. Без нас, естественно. Мои воины, хватайте его. Да, повелитель, ты будешь наш. Бздыньк. Ух ты, мощно. А ветерок-то ай-яй. Глупцы, я что, сам все должен делать? Ну, как бы, если ты тут самый сильный, то логично. Опа! Он же его усосал. Твои силы во мне, темный ветер мой. Ваши силы будут огромны, ваши мрачные, давайте мне все в тень, все силы повелителя. Очень понятно. Как раз танцы здесь, я чувствую, что мы не одни ищем свою награду. Это ты хорошо чувствуешь, дядя. Сейчас ты поверь мне, ты это прочувствуешь всеми, так сказать. Ку-ку. Как вам быть здесь? Ага. Открыть он не может. Типа, пока ветер не с нами, хрен-то там, да? Так, нам сейчас нужна... Опа. Так, вот здесь они, ветер-то и того. И того, и этого. Ух ты ж. Какая цацка. И того, и не того. Так, а вот тут что-нибудь есть? Ничего. Зелье скорости. Штука нам не нужная, но возьмем. О, великий органист. Так, ну все, расковыряли, да? Ух ты, лишь бы ручка не отломилась, да, это я помню. Так, тут у нас заплесневелый том. Тут какая-то шляпа. А нет. Это ошибся. А вот это клёво. Портативная дверь. В смысле? Чё? Маленькая, словно кукольная дверь, с которой серебром выложено здесь быть теням. Так, давайте-ка мы этот вот очистим. Этот мы поставим. Ибо оно нам сейчас важнее, чем... Да.
Ну что, пойдем. Двери, собственно, создаются вот на таких вот специальных поверхностях. То есть, что делается? Опа. И все. Простите, с поверхностью я немножко ошибся. Пройти в проход. Мудозвон теневой. Сюда иди. Все развалю нахрен. Ничего не останется. Да, конечно. Темный ветер у хозяина. Сейчас у хозяина будет... Получи. Темный ветер хозяйский. Лови, блин, морда. О. Красопетка. Прости. Ты же мне... Так, злобный костюм. Одно из нескольких изделий, связанных с древним личием. Мантии, подобные этой, бледны по сравнению с мощью более известных и уникальных глаза или руки Векна. Однако одного и присутствия достаточно, чтобы получить существенные волшебные энергии. Ну да. Плюс 1С, дополнительные свойства, магический центр, заклинание, шест мантии, иллюзия. Да, мощно. Хорошая вещичка. Но недостаточно хорошая, чтобы справиться со мной. Упс, баха, все померли. Вот такие дела, ребята. Так вот мы взяли и всех победякали. Ну, собственно, не очень сильно нас задержал этот шадовар. Я вообще не очень понимаю, нафига его сюда ввели, потому что с точки зрения сюжета он тоже особо ничего не двигает. Ну, единственное, в конце, смеющийся клинок читали, там будет момент, где нам, так сказать, покажут, зачем нам была нужна эта дверь. Окей, небольшой спойлер. Так, зеркальные доспехи. А, это мы читали. Но, так как у этой истории, насколько мне известно, вроде как продолжения нету. Но, с другой стороны, хрен с ним. Есть и есть. Дареному коню в зубы не смотрят. Я же сказал, я тут развалю все. Вообще все. Ничего не останется. Все. Погибнет. Все будет сожжено. Двинули. Так, башня арканиста готова, три ветра готовы. Так, теперь нам, собственно, на выход. Идем к нашему, как его там, Ашуре. Все ему нафиг продаем. Именно так и только так. Ну, а после этого в центральную башню. Но, как обычно, центральную башню мы пойдем в следующий раз. Видюшки в этот раз получаются короткие, но тут в силу, так сказать, собственно, краткости заданий, по большому счету. Ну и плюс то, что я уже, в общем-то, все знаю, и мне как-то особо не интересно тут куда-то... Ну, точнее как, везде, где можно залезть, мы залезем. Просто я искать не буду, куда нужно лезть и так далее. Так, Ашуркин. Припасы давай, морда. О, блин. Да ладно. Давай мы тебе все скинем. Все сбагрим. Так. Все нафиг. Есть. Волшебные палочки. За сколько? О, за 17 тысяч. Нормальный такой капитал вложения, а? Как думаете? Приобрел за ничего. Ну, в данном случае за ничего. А продал за хрен знает сколько денег. Сколько ж у меня там бабла-то уже? 33 ляма. Да, более чем достаточно. Ну все. Так, Шуркин. Спасибки.
Давайте. А, стоп, отдохнуть-то. Обязательно. Забыл совсем. Давайте сейчас зайдем в главную башню. Так сказать, откроем ее. Торжественно. Используем, так сказать, все три ветра по назначению. Вообще интересное объяснение. Я что-то раньше не особо читывался в эти крысиные рассказы, а вот тут бац и увидел, что, оказывается, типа волшебникам проще телепортироваться, чем искать ключи. То есть, по сути, они сделали такой замок просто потому, что сами им не пользовались. Ну, вообще логично. Действительно, если они сами не парятся по этому поводу, то как им хрен разница. Ну, валяются эти ключи, черт знает где. Ищи их там, свищи, блин, два часа. Хотя, с другой стороны, все равно как-то глуповато. Ну что? Торжественное открытие этой сиреневой хрени. Памс. 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 Закрыть. И ветры, прошибая все на своем пути, открывают дорогу нам туда. Лучше заранее что-то там... Лучше заранее приготовиться к вхождению в храм, вы не знаете, закроются ли затворы за вами. Ясно. Тайна ковчега трех ветров была решена. Дверь храм теперь открыта. Даже честно, можете почувствовать, как пол под вами грохочет и движется, когда герой борется, чтобы овладеть силой металла верхних плат храма. Немного времени пройдет, прежде чем она заставит город взмыть вверх. Три ветра. Все три ветра были пойманы, стена храма образовался вход. Ну ладно, затем мы остановимся. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Делитесь этим видео в соцсетях, друзьям о нем рассказывайте. Ссылка на... Ой, я тебе дам удалить. Ссылка на плейлист на падеж канала, на группу ВКонтакте, как обычно, в описании под видео. Ну а пока всем пока-пока и до встречи в следующем эпизоде. Ну где мы, наверное, закончим этот храм? Я, честно говоря, не помню, насколько там длинный подъем в эту башню. Честно, не помню. Помню, что он... Не маленький. Но, честно говоря, мне казалось, что и добыча ветров штука долгая. А тут, честно говоря, на каждое видео, по-моему, там минут по 30, по 40 уходит максимум. Ну да ладно, поглядим. Затем все. Всем счастливо.